Касым-Жомарт Токаев поставил задачи перед новым акимом Восточно-Казахстанской области. В первую очередь Ермек Кушербаев должен обеспечить бесперебойную работу тепловых электростанций и подготовить регион к отопительному сезону. А еще заняться восстановлением сразу трех приграничных районов. В конце 90-х их упразднили, и вот теперь решили снова вернуть на казахстанскую карту. О такой необходимости глава государства объявил на втором национальном курултае, который прошел в Туркестане. Поднимал там президент и другие не менее важные темы. Корреспондент КТК Алтын Миндебаева побывала на мероприятии, сейчас все расскажет. Приграничные села скоро заживут новой жизнью. Президент Токаев распорядился восстановить сразу три района на востоке страны. В 97-м Катон-Карагайский, Маркакольский и Маканчинский объединили с соседними. Принесли райцентры в другие места, и жизнь в них потихоньку начала угасать. В ближайшее время компетентные лица должны посчитать, сколько денег понадобится на восстановление. Сроки выполнения задачи президент озвучил на втором национальном курултае. Необходимо провести соответствующие расчеты, исходя из реальных возможностей государственного бюджета. Завершив все предварительные работы в этом году, в течение предстоящих двух лет мы начнем восстанавливать указанные районы. Этот вопрос очень важен и с точки зрения обеспечения национальной безопасности. А вот информацию о том, что территорию Казахстана распродают иностранцам, Касым-Жомарт Токаев назвал ложью. Президент пообещал, что ни одна горсть земли не попадет в чужие руки. Наши предки оставили нам в наследство огромную территорию. Мы обязаны сохранить и сделать ее процветающей. Порой можно услышать мнение о том, что наша земля распродается иностранцам. Это ложь и дезинформация. По земельному вопросу мы уже приняли основополагающие решения, окончательно закрепленные законом. Ни одна пять, ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам. Два рабочих дня для членов и гостей дискуссионной площадки выдались жаркими в прямом и переносном смысле. Воздух в Туркестане прогрелся до плюс 40. Накаляли обстановку и обсуждения на площадке. Членов курултая никто не ограничивал в тематике проблем. Говорили о многом, от развития образования до строительства новых спортивных площадок. Курултай оказался не местом для пышных приемов и церемоний. Быть проще и ближе к народу призвал глава государства чиновников. Процесс обновления управленческого звена будет продолжаться. Мое кредо состоит в том, что министры, акимы и другие государственные служащие должны сочетать в себе два основных качества – профессионализм и патриотизм. Их личная преданность главе государства меня не интересует. Не нужно восхвалять президента. Гораздо важнее честно и добросовестно работать, чтобы заслужить доверие и уважение граждан. Беспокоится президент и о здоровье граждан. Судя по всему, вейпом и электронным сигаретам вынесен смертный приговор. Об их вреде уже несколько лет говорили врачи и общественники. Оказалось, серьезно волнует эта проблема и главу государства. К сожалению, их употребление вошло в некую моду среди подростков. Этому способствует их широкая доступность и агрессивная реклама о якобы их безвредности. А на самом деле молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные. И от них до настоящих наркотиков один шаг. Нужно принять системные, срочные меры для борьбы с этим опасным явлением. Но одними запретами делу не поможешь. Необходимость единства, извлечение уроков из трагедии в Абайской области, международная ситуация. Тем, которые Токаев обсуждал с общественностью, было много. Второе заседание национального курултая прошло на священной туркестанской земле. Все, что здесь обсуждалось, не останется без внимания. Итогом станет специальный план мероприятий. В документе пропишут, как его будут воплощать в жизнь члены курултая и госорганы. Ну а следующее, третье в истории современного Казахстана заседание пройдет уже в Атырауской области и снова в исторически значимом месте, в знаменитом Сарайшике. Именно там в свое время располагались ставки многих казахских ханов. Алтын Миндебаева, Сергей Ковтун, КТК, Туркестан.